Добрый день, друзья! Сегодня я опять хотел бы поговорить о кистях художественных. Не знаю, как вас, но меня вот эта беда кистей, видите, да? То есть крутится, шатается. Когда работаешь, все это выпадает. Хорошие кисти, но бывают вот такие вот недостатки. То есть не держатся... Патрончик не держится в древке. И вот эти вот шатания на холсте, когда начинаешь работу, они не дают положить правильный мазок. И я пытался обжимать плоскогубцами. Пытался еще что-то там делать. И в конце концов нашел очень хороший вариант закрепления кисти на древке. Я сейчас вам покажу. Нужно снять патрончик с кистью с древка и сделать вот такую вот операцию. Нам понадобятся нитки, клей ПВА, ну и кисть. Негодная, можно сказать. Вот. То есть все очень просто. Берем ниточку и обматываем вот таким вот образом, наматываем на древко. Клей ПВА. И вставляем кисть очень плотненько. О! Обратите внимание. Ни шатаний, ни дребезжаний. Эти некрасивые кончики отрезаем. Вот так. Эта кисточка вообще. Видите, да? Здесь мы намотаем немножко побольше. Ниточку. Опа! О! Обратите внимание. Все прекрасно. Теперь эта кисточка еще прослужит много времени. Вот такой вот способ. Очень прост и удобен. Теперь можно прекрасно работать. Не шатается. Казалось бы, мелочь, но поверьте, это приятно. Когда кисточка не крутится, когда она держится в руках хорошо, ты можешь сделать точный мазок. И это не раздражает, а только лишь добавляет удовольствие в написании картины. Так что, я думаю, в принципе, может быть, не стоило и снимать такую мелочевку. Но, блин, я думаю, это пригодится вам. Спасибо за внимание.